Югра готовится принять масштабную гонку «Лыжня России». Соревнования стартуют уже завтра, 10 февраля, во всех крупных городах округа. В забегах принимают участие все желающие, вне зависимости от возраста. Занятия по душе найдут себе и болельщики. Подробности у Жанны Кузьминой. На Комсомольском озере, где пройдет спортивная гонка, монтируют сцену и выставляют ограждения. А до этого целую неделю готовили трассу. Сначала рыхлое из-за потепления снежное полотно утрамбовывал ратрак, а затем этот же укладчик нарезал лыжню. Это центральная часть города, это действительно удобно для населения. Это уже традиционное место проведения лыжни России в нашем городе. Не забывайте то, что в массовом забеге принимают дети там от 3 лет и 65+. Ежегодно на старт масштабной гонки выходят сотни югорчан. На лыжи встают малыши и пенсионеры, именитые спортсмены и те, кто только начинает. Для юной биатлонистки Маргариты Даутовой это будет уже 4-й по счету забег. Можно сказать, 1 километр это очень легко пробежать, а так, что всероссийский все-таки надо постараться пробежать хорошо. Двукратный призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров Лилия Хамитгатина. Когда-то сама начинала свою карьеру с участия в «Лыжне России», а сейчас готовит к ней своих воспитанников. Тренер по биатлону считает, что подобные соревнования полезны даже для титулованных спортсменов. Когда ты выбиваешься вперед и едешь уже дистанцию свою, это как-то больше стимула дает к работе дальнейшей. Вот я, да, хотела... Стрессоустойчивость своего рода. Ну вот мы тренировались и как стрессоустойчивость. Чем больше спортсмен, который действующий, выступает на мировых соревнованиях, он должен больше стартов пробежать. Это своего рода подготовка тоже. На «Лыжне России» нет жестких правил. Дистанция на любой уровень физической подготовки. Возраст участников не важен. Зачастую заявки на соревнования подают целыми семьями. Как, например, 10 лет подряд это делает семья Гастенко. В этот раз на лыжи Татьяна встанет вместе с детьми, а ее отец и супруг будут болеть за них на трибуне. Потому что считаю, что это семейный праздник такой лыжный, который объединяет нас всех, заряжает настроением, бодростью. Ну и мы не только принимаем этих участие, не только в «Лыжне России», но и других стараемся принимать массовых, чтобы быть вместе, сплоченнее. Масштабная лыжная гонка стартует в Югре завтра. Организаторы обещают, что интересно будет всем, и участникам, и болельщикам. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганиев, «Вести Югория», Нижневартовск.